Дорогой наш Создатель, мы благодарим Тебя за то, что Ты собрал нас на этом месте. Я благодарю Тебя за каждого, кто приехал. Благодарю Тебя за эту возможность собраться нам здесь, в уютной, доброжелательной среде единомышленников. Я благодарю Тебя за эту возможность, когда мы сможем опыляться друг от друга, и когда мы сможем делиться теми духовными подарками, которые Ты нам подарил, с другими, чтобы эти подарки умножались, чтобы Твои дары, Твои ситхи, Твои чудеса не могли распространяться. Пусть этот ретрит пройдет с максимальной пользой для всех участников. И пусть Твое благословение, Твой поток, Твои чудеса будут явлены здесь, среди нас, могущественным образом. Ты во мне, во всей своей полноте. Я благодарю Тебя за то, что Ты сделал меня единым с собой. Ты жив и активен во мне сегодня. Сегодня я заявляю, что я дитя Бога. Я заявляю, что во мне живет Его природа и Его ДНК. Моя жизнь поддерживается Божьим троном. Божественное сияние пронизывает все фибры моей души. Энергия Бога наполняет все мое тело. Божественная жизнь наполняет все мое естество. На этом ретрите будут высвобождаться и активироваться духовные ситхи и феномены вашей жизни, которых раньше не было. Так мне и сказали, духовные феномены, духовные ситхи, то, чего раньше не было. У многих людей раскроется вот этот дар целительства. Некоторые переживут прямо на ретрите опыт духовных путешествий, когда у нас будут практики, и ангелы к вам будут приходить и будут вам показывать разные небесные сферы, разные небесные места. И мне сказали, что у двоих человек такой феномен произойдет, билокация есть такое, это очень редко происходит. Отец, мы благодарим Тебя за это время, мы благодарим Тебя за эту возможность быть здесь. И сегодня мы призываем Твою руку на это место, мы призываем Твоих ангелов исцеления, мы призываем Твоих ангелов чудес, мы призываем Твоих ангелов очищение. Ангелы, явитесь. Пусть исцеления происходят быстро, легко, чудесно, невероятно. Прямо сейчас. Энергия наслаждения равна энергии сексуальной энергии. Энергия сексуальной энергии равна энергии творчества. Не бывает такое, чтобы человек наслаждался просто, и чтобы у него все было на одном месте. Если человек наслаждается, у него будет рост в карьере, в отношениях, в финансах, в служении, в чудесах. Все мистики, это не только в обычной жизни,
мистики, которые творили чудеса, чудотворцы все, о них, ну, их описывают они как блаженные, да? Они как будто выпившие были. Они потому что наслаждались, были с Творцом, они радовались. И из-за этого наслаждения вот эта связь, такие вибрации, что чудеса легко происходят. Вы поняли? Когда мы серьезные, когда мы подозрительные, когда мы недоверчивые, это ничего нам не дает вообще. Да, и здесь еще важно доверять. Нам бывает, мы сами себе как бы блокируем, что-то нам привидится, и мы думаем, да, это наша фантазия, а здесь вот нет. Здесь важно, да, довериться, и дальше уже это пойдет раскрываться. У меня самое яркое было впечатление с ангелами, помощи ангелов, когда, ну, ангелы реально меня спасли от гибели, от смерти с моим сыном вместе. И вот это было год назад. Я теперь 9 мая отмечаю свой второй день рождения, когда мы перевернулись на машине, и я реально почувствовала, как меня обняли, вот просто обняли. Я почувствовала это тепло, эту мягкость. Сейчас говорю аж до мурашек. И я даже не испугалась. Сын сказал то же самое. То есть мы вот так перевернули, ни одной царапины не было, ни на мне, ни на нем. Мы не ударились, мы не испугались. То есть вот нас таким образом ангелы показали вот эту, и это было вот до слез, это было такое вот мощное у меня осознание, что ну они рядом, они любят, они заботятся, ну вот. Как я рад в теле моем, каждая клетка о счастье поет. Как я рад в теле моем, каждая клетка о счастье поет. Как я рад в теле моем, каждая клетка о счастье поет. Как я рад в теле моем, каждая клетка о счастье поет. Как я рад в теле моем, каждая клетка о счастье поет. Как я рад в теле моем, каждая клетка о счастье поет. Как я рад в теле моем, каждая клетка о счастье поет. Как я рад в теле моем, каждая клетка о счастье поет. Рада я в теле моем, каждая клетка о счастье поет. Рада я в теле моем, каждая клетка о счастье поет. Рада я в теле моем, каждая клетка о счастье поет. Искорки радости теплятся в сердце, лучики света, и с самого детства ты полон счастья без лишних причин. Просто внутри светят эти лучи фибрами души, я дышу не спеша. Все хорошо, когда внутри есть саншайн. Наша жизнь сюрпризов полна, очень добрых и тех, что нас учит. Если мысль сейчас не ясна, то придет еще в один случай. И как только каждый поймет, в наших мыслях живет наша радость. И всем сердцем своим воспоет мантру, что несет в себе благость. Я есть радость, я есть счастье, я есть свет, я есть любовь. Великий Творец, мы благодарим Тебя за это чудесное время. Мы благодарим Тебя за то, что Ты собрал нас на этом месте. Благодарим Тебя за это поле единомышленников, за это чудесное пространство любви, развития, принятия, трансформации, эволюции, исцеления и чудес. Благодарим Тебя за то, что Ты собрал нас, как птица собирает своих птенцов. Нам хорошо быть здесь. Мы благодарим Тебя за то, что Ты любишь каждого из нас. Мы благодарим Тебя за то, что Ты заботишься о каждом из нас. Благодарим Тебя за то, что Ты нашел нас, коснулся наших сердец. Благодарим Тебя за эту жажду
к духовному развитию, которое ты вложил в наши сердца. За этот духовный поиск, за эту страсть к развитию. Это твое благословение, это твоя благодать, это то, что от тебя. Коснусь коротенько так основных сфер, за которые отвечает Архангел Гавриил. Но он является основным таким вестником, посланником Божьим, который нам дает послание от Творца, приносит эти послания, и чаще всего они приходят от него именно во сне. То есть, проснувшись, иногда вы понимаете, что какой-то вы сон увидели, и этот сон может быть пророческим. То есть, вот за такие именно сны отвечает Архангел Гавриил. Кроме того, он являлся посланником, то есть вот он не только нам может посланником, да, какие-то вещи, сны, послания давать. Он явился Деве Марии, когда та должна была родить Иисуса. То есть вот именно вот такие большие знамения, они описываются в различных источниках. Просто быть со мной. После этих практик, после этих благословенных дней, чудесных дней, просто ощутила рай на земле. Я получила уверенность в себе, я поняла, что у меня открыты все способности. Просто нужно верить в себя. Я в себя поверила. Не знаю, врачей и супругу напрягало мое сердце. Что там с ним Михаил сделает, я потом выясню. Обследование пройду. Но вы видели, наверное, как я хромал.
И ну, на сегодняшний день раз вот так. Все нормально вроде. То есть вот это наглядное то, что видно. Сергей, Москва. Ну, я такой, знаете, увижу, поверю. Вот, и я ехал за чудом, да. То есть вот, ну, если хоть что-то исцелиться, точно тогда пойду учиться. И вот у меня была тяжелая операция. Коленка, 10 лет, и, ну, очень сильные боли. И вот у меня со вчерашнего дня не болит, и я свидетельствую, и точно иду учиться. Я благодарю Творца, всех кураторов. Я приехала с больной ногой. Я тянула эту ногу, что я не могла двигать ее. И на второй день после исцеления я спускалась по лестнице и Зине говорю: «Слушай, у меня нога не болит». Она говорит: «Как это?» Я вылечила. И мне очень нравится то состояние, которое здесь вообще присутствует, любовь. Счастье такое, душа раскрывается. И я хочу засвидетельствовать то, что у меня, конечно, очень сильно болела спина. Да. Спина болела ужасно, я порой ночами вскакивала от ужасной боли. Сейчас она у меня не болит. Я благодарю Господа, благодарю за все. Была у меня давняя проблема со слухом. То есть через Творца Михаилу подвластно абсолютно все. Все болезни. И вот эта проблема, которая меня мучила много лет, она сейчас стала уходить. После сеанса исцеления слух у меня вот сейчас уже восстановился почти на 50%. И этот процесс сейчас идет. Мне действительно это очень много дало. Я раскрепостилась, у меня появилась женщина. Я освободилась от того, что мне, ну, мешало очень долгое время в моей жизни. В общем, я благодарна Богу, Михаилу, и кураторам, и всем этим людям.